Таразе состоялся турнир по бильярду среди журналистов. Традиционно он посвящен памяти мэтра казахской журналистики, бывшего руководителя Жамбылского областного телевидения Мусыр Ахмамбердиева. Данное мероприятие, проводимое с 2007 года, состоялось и в этот раз. Все участники турнира – работники СМИ. Турнир по бильярду проводится 13-й год подряд по инициативе телеканала «Жамбыл» и при поддержке акимата города. В соревнованиях принимают участие представители средств массовой информации и ветераны журналистики. Таким образом, проведение таких мероприятий – прежде всего возможность укрепления связи между несколькими поколениями казахстанских журналистов. С приветственным словом выступил исполняющий обязанности акима города Тараза Кайрат Исмаил и пожелал участникам удачи. Сегодня организован данный турнир по бильярду. Популяризация данного спорта проводится для пропаганды здорового образа жизни среди работников. В сегодняшнем состязании стало известно, что в жамбылских СМИ работают не только признанные акулы пера, но и профессиональные игроки в бильярд. Среди них и Бахытжан Советулла. Желаю всем участникам удачи. Пусть победителями станут только сильнейшие. Однако главная цель турнира в пропаганде здорового образа жизни. Занимаясь спортом, мы приучиваем к этому и молодежь. Пусть подобные турниры проходят и в будущем. Участники выразили огромную благодарность организаторской группе. Спортивный азарт не покидал участников до самого финала. Сегодня был очень увлекательный турнир, посвященный Дню журналистов. Мы все отдохнули, зарядились, увидели друзей. Вот только недавно мы собрались на таком же турнире. А в рамках празднования столетнего юбилея газеты «Ақжол» данный турнир имени Мусыр Ахмамбердиева был организован телеканалом «Жамбыл» при поддержке городского акимата. Победят, конечно же, лучшие из лучших. Победителям, призерам, а также лучшим игрокам были вручены дипломы и ценные подарки. Данас Амат, Нурланбек Турсын, Ерболат Джахаш, 77 News.